Вы там написали, как бы свернуть в один файл. Да, по Пушкину уже занимаются, Лермонтова я нашел, уже обрабатываю. Только Некрасова надо найти сейчас, и Блока два осталось. Он Блока-то нашел, он вам отправил Блока-то. Но я... Оно в... один файл не сворачивается. Если свернуть, там надо... ну как, у меня на телефоне это, он пробовал. Если свернуть в один файл, два, ну Блок и еще там какой-то... то значит там надо платить. Не надо, не надо, мы не надо, не вздумайте. Никогда об этом даже речи нет, ни копейки никогда не плачу нигде. Вот я про это же самое. Ну, Игнат Тихонович, молюсь, уже почти что уже уговорила. Ну все. Вот мы молимся, видишь, все молятся об этом. Ты скажи, ты ему скажи, мы будем встречаться каждую неделю. У нас столько радости будет. А эти товарищи твои там и по телефону-то играете, это все чушь собачья. А он мне говорит, что ты думаешь, что я играю в телефоне? Я же ролики на Ютубе смотрю. Я говорю, ты видел? Он говорит, да, видел. И я Библию тоже читаю. Ты думаешь, что я все играю? Я говорю, а мне откуда знать? Ты же мне ничего не говоришь. Ну хорошо, хорошо, мы молимся и дальше. Потому что здесь вы будете обихожены. У вас не надо о пище будет думать. Да притом не как-то, а коровы. Это не где-то там в дыму сидеть. Да, привела ему пример. Вот как тетя Люда в деревне живет, работает дояркой, в которой я сестре вчера ездила. Я говорю, у нас тоже с тобой год назад почти что была возможность уехать туда. Сейчас нам Господь вот открыл путь. Ты не хочешь в Лебедкино? Вот. Ты просто боишься, говорю. Ваня, не надо бояться. Господь открывает нам пути, говорю, свои. Да. Свою благодать нам дает. Тут, понимаешь, свои люди, община. Община, главное-то что? Ты всегда, всегда будешь на виду. У тебя друзья-то настоящие будут, никакие. Ты душу свою приготовишь к взрослой жизни. Да, Игнат Тихонович, у меня, я вчера сестре сказала, я побывала, я узнала, что такое люди родные, родные люди, я узнала, они, я их совершенно не знала, они мне роднее, чем вы, говорю, мои сестры, ты понимаешь? Она опустила голову, говорит, да, я понимаю. Я говорю, я их так люблю, я тоже вас люблю, но вы меня не слышите, вы не хотите, вы противитесь. Ну ладно. Давай, про Ивана мы молимся, а с тобой только назад что-то не так будет, никогда не пяться, мало ли еще не бывает. Не так, что пришла, маленько побыла, не так, сбрындила, хвост дудкой ушла, нет. Не, Игнат Тихонович, я не такая. Ну это приятно, мы будем друзьями с вами. Меня душа тянет туда, я не хорошо, могу. Хорошо, хорошо. Я сегодня в больницу съездила, слава Богу. Я сегодня в больницу съездила. Что на дневной не была, на 12-ти, я ездила в больницу, мне главврач еще заявление не подписал. Они мне уже суют бумаги на комиссию, а заявление еще не подписано в это в акушерское отделение на работу. Я говорю, меня отходит, значит, мне, я знаю, что мне надо ехать туда. Меня туда тянет. Не надо откладывать далеко-то. Как только вам документы, все, надо до школы, чтобы в школу-то здесь вовремя прийти. Надо думать об этом. Ну все. Я ему сказала. Все, а там, все. С Богом. С Богом. Спаси Христос. Аллилуйя.